Приветище! Это Юниверсим, и мы вернулись сюда, чтобы продолжить улучшать нашу цивилизацию. Из каменного века мы перебрались в средневековье. У нас теперь тут красота. Домики уже не просто камни и пещеры, а прям домики с окнами и крышами. Ну, нормальные. А здание администрации-то ты видел, какое у нас? О, красота какая! Сегодня я буду заниматься развитием районов. Так как у меня город теперь уже стал огромным, его нужно разбивать обязательно на район. То есть вот это у нас левый район, тут у нас правый район, это центр, это верхний район. В каждом районе у меня есть кладбище, вот тут и тут. Соответственно, в каждом районе должна быть школа, в каждом районе должен быть резервуар с водой, и в каждом районе должна быть, не то нажал, должна быть больница. Логично? Все логично. Начнем с верхнего района, потому что он у нас менее застроенный. Школу построим мы где-нибудь вот тут, рядом с парками. Отличное местечко. Главное, чтобы оно сюда влезло. Вот сюда же можешь влезть? Не может. Тогда школа будет у нас тут. Дальше. Обязательно нужна пожарная часть. Как же без нее? Она у нас будет располагаться тут. Рядом с инженерами. По-моему, отличное местечко. Теперь надо построить здесь водяной насос. Пусть он будет тут. А если есть водяной насос, нужен и резервуар с водой. Если мы его сделаем тут, то здания, которые стоят на горе, не будут питаться водой. Это нехорошо. Надо тогда резервуар поставить тут. Также обязательно тут батареечку надо поставить, чтобы в ней копилась энергия. Можно тут поставить рыболовную пристань, кстати. Поскольку тут у верхнего района свое озерцо есть, а у нас куча наггетов, у которых нет работы, пускай занимаются. И можно тут еще и ферму открыть. Очень неплохо. Вот сюда она впишется. Пока я тут лазил по менюшке, нашел, что у нас стекольный завод открыт. Но его я почему-то не построил. Надо исправить это дело. Ух, нифига себе, какой он здоровый. Придется его строить в каком-то другом месте. Не там, где у нас все предприятия и заводы. Я этому очень не рад. Но выхода другого нет. Что ж, стекольный завод у нас будет в верхнем районе. Хотел его поставить тут, но тут у нас ферма будет, это не очень круто. Тогда поставим стекольный завод чуть выше. Вот сюда. А, ну тут тогда у нас пожарная часть может не достать, если вдруг чего, все-таки это стекольный завод. Хотя вроде достает, нормально. А инженеры достают, если вдруг что там починить. Вроде тоже достают. Так что можно стекольный завод построить тут. С постройкой первого завода я все жду, когда же наггеты станут шестеренками в вечном механизме. Еще нам в верхнем районе обязательно нужно построить свою больницу. А то как-то нехорошо выходит. Все есть, а больницы нету. Министерство обороны у нас открылось, это очень здорово. Больницу, думаю, поставлю тут. Не хватает местного бизнеса, какого-нибудь простого салона красоты или чего-нибудь такого. И думаю, что с верхним районом мы закончили. Мы прям конкретно его застроили. Это очень хорошо, наггеты будут счастливы и довольны. Теперь идем в нашу администрацию. Поскольку нам доступен министр обороны, надо его назначить. Кто же это будет? Значит, смотри, у нас есть Суроху. Он у нас трудоголик, у него есть высшее образование, и он работает почему-то на заводе. Назначим его, пожалуй, на должность министра обороны. Он заслужил. Министр водных ресурсов. Как это у нас его нету? Вот это поворот. Что случилось? Короче, Хелкемба, ты у нас за воду отвечаешь. Ох, елки! У нас тут пожарище, но не совсем у нас, а где-то далеко. Смотри, что тут происходит. Мамонт идет на наггета телескопом. И он просто проходит через наггета. Вот это дела. А у нас приближается летний сезон, и он будет очень горячий, потому что там намечается огненный шторм. Кстати, насчет обороны. Мы же в прошлый раз так казармы-то и не построили. Поэтому возвращаемся к этому делу. Ставим ее сюда. И теперь, поскольку у нас тут есть пожарная часть, она должна быстренько построиться. Стекло у нас будет... А, цемент же здесь нужен. Завод по производству стекла у нас есть, а вот цемент
Надо бы его открыть. У нас как раз исследование к этому идет. Вот, смешивание цемента. Так что цемент у нас тоже будет в ближайшем будущем. А, так вот оно открылось. Нифига себе, вот это быстро. Очень хорошо, значит, у нас предприятие по смешиванию цемента сейчас. Вот, цементный завод. Ништяк. Цементный завод у нас будет рядом со стеклодувчиком. Хотя это неправильно, конечно. Логичнее его было бы поставить, где добывает камень. Но сюда уже некуда. Поэтому ладно. Волки нападают на вашу цивилизацию, творец. Вы собираетесь принять меры или будете просто наслаждаться зрелищем? Ой-ой-ой. Конечно же, я помогу. Где? Покажите мне. Нифига себе, вот эта стая бежит. Вот это да. Но мы сделаем как? Мы сделаем вот что. Раз, волк. Давай еще волков бери. Эй, волки. Что-то волки... Ладно, кидаем сюда. Вот так вот. Пару волков я сбил. Этот волк у нас сейчас плюхнется вот на этого. Наги-то сожрал. Ты чё, блин? Нифига себе. Вот это да. Одного наги-то всё-таки сожрали. Кладбище ж тут рядышком, да? Ну да, этого наги-то заберут. Жалко, очень жалко. К нему уже выехала скорая, но, к сожалению, ему ничем не помочь. Возвращаясь к строительству цементного завода. Он нам сейчас крайне необходим для казарм. Строим его здесь. А, я тогда попорчу отношения с деревней, которая вот тут вот у меня. У меня с ними пока нормальные отношения, поэтому ладно, не буду строиться тут. Надо другое местечко выбрать. Могу его, кстати, вот тут построить еще, если я это сделаю. О, если так строить, то тогда я не пересекаю границы с соседями. Ну и здорово. Наконец-то к казарме пришел строитель, и она будет строиться. Меня это очень радует. Правоохранительные органы. Теперь у нас есть полисмены. Это очень круто. По сравнению с защитной башней, которая дает негативный эффект снижения уровня счастья, то полиция... только снижает уровень преступности. Это очень круто, и полицейский участок желательно построить в верхнем районе, поскольку у нас тут два предприятия есть, два завода, которые повышают преступность. Полицейский участок у нас будет тут. Творец, возникла проблема. Полицейский участок строится раньше первого магазина с пончиками. Ха, реально. У нас магазина с пончиками нет. Как же так? Как будет работать полицейский участок? Какой ужас. Неплохо было бы, знаешь что, снести... вот это вот сторожевое, у него арбалет был. Я только что видел, как пацан достал арбалет. А теперь он с телескопом. Опасный чувак. Короче, вот эту вот вышку я бы снес. Ее можно выключить. А можно ее разрушить как-нибудь? А, ну у этой защитной башни свои плюшки есть. Например, защищает от нападения животных, инопланетян и изгоев. А дальше ее апгрейдить можно, знаешь, во что? Ракеты класса «Земля-воздух», прикинь. Таких вышек можно поставить в каждом районе, в принципе. А полицейский участок тут нам не помешал бы на самом-то деле. Но поскольку у него радиуса действия нет у полицейского участка, то выходит, что этот полицейский участок, который строится, он будет действовать на весь город. Так-то это хорошо. А вот защитная башня, у нее есть радиус действия, поэтому желательно ее... Ух ты, елки, мы горим! Мы горим! Сейчас, сейчас, сейчас. Хотел телекинезом набрать водички, хотя вот тут уже... подрастаяло, может и получится. Сейчас попробую. Давай, водичка, черпайся. А тумана-то у меня совсем как-то нема. Есть. Вот сюда вот. Плюх! Спасло нас это? Вроде да. До пожара еще, конечно, 2 минуты, но, видимо, удачно попала молния, так как тут тучка такая злая над городом нависла. Окей. Значит, нужны сторожевые башни. Желательно их построить где? Там, где казармы и недоброжелательные соседи. Поэтому вышку строим тут. Хотя, прикинь, оказывается, рядом с казармами будет своя вышка. Точно, защитную вышку они строят. Ничего себе. А, это министр обороны построил, это не от казармы. Все понятно. Он сам, у нас же министр обороны теперь крутой есть. Он сам построит башни, где нужно. Все, я тогда не лезу в это дело. Опа. Гудёж, гудёж, гудёж. Говорит о чем? Стеклозавод достроен.
Великолепно. Ух ты, какой он прикольный. Интересный такой заводик. Там уже есть рабочие? Ну, в принципе, да, но еще есть места. Можно назначить 6 рабочих. Вот эта туча так и не уходит. Она прям над городом нависла, и все, и капец. Скорее всего, из нее также будет извергаться молния, и нас настигнет пожар. Через 49 секунд. Наш товарищ вовсю дудит. Кстати, насчет дудения и опасности. Я же хотел построить бункер в центре. Благо, есть такая возможность. Где этот бункер? Бункер. Вот он. Он, конечно, снижает уровень счастья, но, тем не менее, он позволит защитить моих наггетов. Впихнуть бы его куда-нибудь. Вот, на центральной площади его можно воткнуть. Это будет, конечно, не очень красиво. А может, сюда куда-нибудь? Или тут, рядом с администрацией? Вот, где я размещу бункер. Рядом с аккумуляторной батареей. Кажется, сюда можно было поставить. Вот, да. Все, у нас будет бункер. Но, к сожалению, его сейчас не успеет построить, потому что через 10 секунд... Иногда лучшей реакцией на невзгоды является укрытие в укрепленной комнате, творец. А, это... Он говорит про то, что я построил, начиная строительство бункера. О, все, капец. Смотрим, где у нас будут сейчас разгоряться костры. Огонь, очень горячо. Ребятки, пожалуй, давайте-ка все домой, по домам. Вроде бы везде все пока хорошо. Я, как всевидящее око, бдю за своей деревней свысока. Ага, вижу, вижу, прям в центре загорелся бизнес. Берем водички. Давай, 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 шустрее, шустрее, шустрее. Ну, кстати, пожарка у нас должна работать. Ну, помогу ей, хорошо, так уж и быть. В этой части, вот, тут тем более пожарная, это она снизу была. Ух, у нас горит, горит, горит гидромедцентр. Организованное хранение у нас открылось. Гидромедцентр я потушил. Вроде бы больше нигде ничего не горит пока. Хотя звук костра присутствует. О, жилое здание загорелось. Вот так вот. Бомбим водяными шариками. И все у нас отлично выходит. Тут у нас что-то горит. Это что? Пожарная часть горит. Как это стряслось вообще? У них своя вода вон на крыше есть. Ура! Все закончилось. Наконец-то. Теперь можно жить спокойно, а городскую тревогу можно снять. У меня тут, короче, появилось что? Что я могу апгрейживать свои склада. Пожалуй, это и сделаю. А то они у меня опять забиты. Как у нас дела обстоят на ферме вообще? Я же хотел тут посадить новый какой-нибудь фрукт. Вот, например, крабоябл кристальчатый. А, в этом биоме данная культура будет менее плодородна. Короче, все культуры, которые у меня тут открыты, они все менее плодородны. Так что ладно, крабоябл все-таки, давай, выращивайте его. Вот же у нас еще ферма достроилась. Давай попробуем здесь вырастить поносник кровавый. И тут, кстати, уже не пишет о том, что земля менее плодородна. Тут все нормально, поскольку мы рядом с водой построили ферму, и воды достаточно. У нас же, кстати, достроился лагерь лесорубов. Вот как он выглядит. У нас тут уже трудятся 2 лесоруба. Молодцы, что сказать. У них тут прямо это, еще так забором все ограждено, огромная территория. Словно это их поместье, а не лагерь. Министерство энергетики у нас появилось. И выборы открылись у нас. Так, Министерство энергетики. Сюда мы отправим очень умного чувака. Трудолюбивого, естественно. Трудолюбивые нам нужны. Вот, есть трудолюбивый, 17 лет, с образованием. Назначаем его. Что по выборам? Давай посмотрим, что нам предлагает тут. Интерес к медицинским услугам резко вырос.
Медицинская помощь. Нагиты уделяют больше внимания медицине. Время приготовления лекарств сокращается на 90%. О, это круто, очень круто. Снижение стоимости материалов неинтересно. Правила безопасности. Нагиты реже получают травмы. Давай, наверное, медицину. Голосуй за медицину. Чтобы мои нагиты жили долгую и здоровую жизнь. Пришло время прокачать чего-нибудь. Сейчас у нас стоит выбор перед тем, что выбрать. Наука о порядке или наука о мире. Наука о порядке. Установите закон, порядок и справедливость вашей цивилизации, чтобы предотвратить преступность и не дать миру погрузиться в анархию, что значительно замедлило бы процесс развития этих людей. Эффект открывает тюрьму. Наука о мире. Исследуя методы реабилитации и предлагая телефонные линии помощи нуждающимся, вы остановите психические заболевания и сделаете свой народ здоровее и счастливее. Открывая центр реабилитации. Ну, конечно же, наука о мире тогда. О чем тут можно думать? Да, хочу это. Дальше у нас открываются инженеры. Ложный свод. Чертовски изощренная и очень прочная конструкция, предназначена для поддержки тяжелых нагрузок и крепких крыш. Открывает средневековый мост. О, классно, хочу. Министерство архитектуры. Это министерство помогает автоматизировать и регулировать обслуживание, ремонт и строительство зданий. Хочу. Каретный дом. Открывает средневековый гараж. Хочу. Все хочу, блин. И мы уже на полпути к новой эре. Так что скоро мое средневековье перелетит к ближайшему цивилизованному миру. Soft, вы размякли? Полагаю, мы все становимся мягче со временем. Это он к тому, что я выбрал миролюбивый путь. О, склады какие у меня теперь, как амбары. Прикольно. Мы же выбрали миролюбивый путь, то есть у нас не будет тюрьм, у нас будут центры реабилитации и телефонные линии со службой доверия. Ура! Выборы закончились, и у нас теперь вступил в силу закон о медицинской помощи. Праздновать, товарищи, праздновать, конечно же, праздновать. Что у меня там по уровню счастья? Я не могу смотреть на этот храм, у нас уже средневековье, а все как будто в каменном веке храм находится. Ужас какой. Так, уровень счастья, ну, в целом, пока нормально, пока живем. Ух ты, ты только глянь, полицейский участок какой у нас классный. И вот коп побежал куда-то. Кого-то ловить, наверное, я не знаю, вызов у него был. Сейчас прослежу за ним, гляну, что он, куда. Ага, что-то у нас вату тут. У насосной станции не так было. Между прочим, тут уже кого-то в тюрьму посадили, нифига себе. За что сидим? Пора снова увеличивать население. Статус садиться в тюрьму. А за что? Непонятно. Между прочим, это образованный чувак. Он закончил школу. А, теперь я любого нагита могу просто вот нажать на этот на значок и арестовать. Ничего себе. Ну, ясно, будем иметь в виду. Тут в здании у нас полицейского есть... Еще одна свободная клетка, две других закрыты. Наука о мире исследована. И я получил какое-то достижение. Достижение, открывающее реабилитационный центр. Выходит, что сейчас я его могу построить. Где он у нас? Вот он. Центр реабилитации снижает уровень счастья и снижает уровень преступности. Ну что я тебе хочу сказать? Ух ты, какой он здоровый-то, этот реабилитационный центр. Естественно, лучше, короче, его где-то тут построить, я думаю. Может быть, где пляж есть? Отличное место. Смотри, тут пляж есть, реабилитационный центр на пляже. С озером. Круто же. Как-нибудь сюда впихнуть бы это все дело, но не выходит пока что. Сюда тоже не впихивается. Из этих чертовых дорог. Давай вот так вот, короче. Сюда реабилитационный центр. Вот. Вся эта тема с центрами реабилитации. Мы правда будем заботиться о чувствах ваших граждан? Конечно, конечно. Как по-другому-то? Мы же не хотим, чтобы у нас все съехали с катух и начались у нас гражданские войны или что-нибудь такое. С такой скоростью размножения накиды смогут стать моей новой любимой формой бактерий. Блин, пока читал коммент диктора, не успел прочитать, за что достижения дали. Ну, скорее всего, за то, что у меня уже 145 нагитов в моей деревне. Забавно это, конечно, смотрится. Инженерия исследована. Ложный свод тоже исследован.
Хотел сказать, что забавно смотрится, что школа открытая, как бы. Тут ученики сидят за партами заснеженными, на стульях заснеженных, и все вокруг заснежено, и они такие сидят, как цуцики, мерзнут в этом морозе. Нет бы стены сделать школьные какие-нибудь, и крышу для детей. Нет, пускай сидят на улице, да? Значит так, что это у нас тут? Можно улучшить инженерию. Делаем это, почему бы нет? У меня тут, короче, здание разломалось. О, капец. Здание разломалось. И также резервуар тоже, короче, все. Дело в том, что они... Это единственные два здания, которые стояли далеко от города. Инженерка до них не доставала, и как бы я не успел починить, и все. Ну, тогда что, очищаем эту территорию. И тут тоже очистить. На самом деле, тут сами построили наггеты свое жилье, а резервуар с водой им министр водохранилищ поставил тут. Я к этому отношения не имею, поэтому так все и произошло. О, а это у нас что? Это же цементный завод наконец-то у нас открылся. И тут уже вовсю работают люди. Наконец-то мы сможем закончить строительство казарм. Аллилуйя. Кстати, как там у нас вообще дела с казармами? Ну, башню. О, ее уже почти достроили. Вот она. Все, сейчас она будет. По казармам что тут? Осталось только цемент сюда притарабанить, и все, все остальные ресурсы есть. Ну и построить. Чего? Чего? Адхи уведем в наручниках, что он там сделал? Что произошло? Кого-то поймали на улицах. Смотри, коп реально надел наручники на Нагита и повел его в тюрьму. На чем ты провинился, скажи мне? Вот так все и закончится. Подвергся аресту. Жалко, не пишется из-за чего, прям вот хочется узнать это. У полицейского на этот счет тоже ничего не написано, только статус сопровождает арестанта, и как бы все. Окей. Группа возвращается, это говорит о том, что у нас исследования подошли к концу. Что у нас тут? К счастью, найден один предмет, запасы провизии сократились на 5 единиц, моральный дух упал на 6 единиц. Стоять, ребята, я вам сейчас дам еды, держите. А, единственное, у нас сумки из-за этого забились. Можно что-нибудь выкинуть отсюда. Что меньше всего дает очков исследования. Обычная руда, вот, например, давайте выкинем обычную руду. Немножечко кинем приправы. Вот, облегчим ситуацию нашим парням. Все, пускай они там дальше проводят исследования. Да, дружок, не повезло тебе что-то. Знал бы я ситуацию, может... как-нибудь помог бы тебе разобраться с этим, либо побыстрее помог бы полицейскому усадить тебя в тюрьму. Вот так вот у нас теперь выглядит здание инженеров улучшенное. Очень прикольно. Тут молоточек и гаечный ключ. Зашел, короче, на склад и смотрю, у меня тут микрочипы появились, прикинь. И обалдел от всего этого. У нас открылось какое-то новое здание. А, мост, точно, мосты у нас появились. И я бы, если честно, построил бы мост вот куда-нибудь на ту сторону. Где-нибудь, откуда-нибудь. А, ну отсюда, короче, никак не получится мост построить, потому что дороги нет. Мост крепится исключительно к дорогам. Понятно. То есть... Блин, тут вообще никак нигде. Обидно. Вот тут было бы идеально на самом-то деле построить мост. Типа вот так вот. И вот сюда, слушай. Во! Мой первый мост! Чтобы наги там вот так вот все не обходить, они сразу смогут вот сюда выйти. Блин, я выяснил, что наш цементный завод нифига не фурычит, потому что нет нефти. А наш завод по стеклодуву не делает стекло, потому что нет газа. Ты представляешь, что это значит? Это значит, что мы уже несколько лет как работаем впустую. Почему мне об этом не сказали? У меня стоят предприятия и просто простаивают. Ах, черт, я думал, что у меня там все на электричестве. Ага, конечно. Для того, чтобы у тебя все фурычило, тебе нужно построить газовую шахту и нефтяную вышку. Газовую и нефтяную, конечно же, придется где-то рядышком с нашими предприятиями делать. Вот газовую тогда рядом со стеклодувом. А, нет, стой, подожди, это не то. Радиус нам показывает, где большое количество газа. То есть вот тут вот отличное месторождение на 2000. Ну, короче, вот на 2000 это прям вот самое шикарное месторождение.
Так что строим здесь. И нефть теперь. Где мы будем добывать нефть? Где у нас есть нефть, скажите мне, пожалуйста. Вот тут совсем ее мало. Ух ты, тут вот не, прям вот не дурно. А тут еще прям не дурно. Тут, конечно, можно было бы поставить вышку, но рядышком деревня нейтральных соседей. Поэтому лучше их не тревожить. Ох ты, вот тут у меня дофига нефти. Ёлки-палки. Как раз и мост тут построю. Ништяк. Единственное, только придется пожарную часть тут поставить. Так что вот, нефтяная вышка будет тут у нас. И еще сюда тогда пожарную часть бахаем. Где-нибудь вот здесь. Вот. Пойду попробую поторговать со своими товарищами. Они, правда, еще в каменном веке, но может у них есть газ все-таки. Да, газ у них есть. Если я сейчас с ними поторгую, это поможет мне начать, по крайней мере, запустить производство по созданию стекла. Выкупаем нафиг весь газ у него. А взамен мы ему дадим, что вот у меня что, камня дофига. Хочешь 100 камня? Ага, давай тогда 200. 200 прямо ему вообще в радость. Но так-то сильно не будем радовать его. 150... 150 я хотел. Вот. Трейд. Какая-то молния страшная. Как будто откуда-то что-то падает. Жители деревни были впечатлены нашими навыками торговли. В принципе, они довольны. Правильно же я понимаю? О, летающая тарелка прилетела. Так, надо ее шлепнуть. Срочно шлепнуть. Пока она не начала красть моих наггетов. Получай. Готово. Что ты там нам привезла? Небольшой ящичек, как обычно, да? Забираем. Министерство архитектуры исследовано. Дальше у нас исследуется каретный дом. Значит, поскольку каретный дом у нас последний, нам нужно одомашнивание открыть. Это позволит нам фермы с животными держать. Пестициды, которые открывают средневековую столовую ферму, пойдет. И порох открывает мушкеты. Тоже пойдет. И медицинское просвещение надо открыть. Вот. Пока что на этом все. Пойду еще к своим соседям схожу, которые меня не очень любят. Прям вот, вот к этим вот. Хочу поторговать насчет цемента. Есть у них цемент? Откуда у них цемент? Они вообще, блин, первобытные. И есть еще одна у нас деревушка. Вот она, самая дальняя. Она тоже нас не очень любит, но в целом нейтралитет мы можем с ней держать. К сожалению, цемента у нее тоже нет. Тогда загляну еще на черный рынок, мало ли. Так, значит, есть у кого цемент? Цемента нету. А если заказать? Вот, уведомите меня, пожалуйста, если будет цемент. Хочу заказать. Можно даже ускорить весь этот процесс. Давай ускорим. Цемент, цемент, цемент. Ни у кого пока нету. Еще раз, может, ускорим. Вот, кажется, прилетел цемент. Вот, есть. Оплата наггетами тут написано. Подождите. В смысле наггетами, если тут написано CO2, типа снижается. Оплата наггетами. Тут вот тоже наггеты. Ну, то есть, получается, что... Я не совсем понимаю, что означает CO2. 14 штук. Ладно, допустим, у меня сейчас 151 наггет. Выкупаем. Мне это нужно. Так. А, озера загрязняются. Вот что значит CO2. Блин. О, ты гляди на это. Это жесть. То есть, меня обманули. Там было написано выкуп наггетами. На самом деле, загрязнение атмосферы происходит, и не только атмосферы, еще и озер. Надолго ли это? Так, у нас есть письма какие-то. Очищение озера. Как мы можем это сделать? Так, стоп, что-то там у нас... Лидер меньшинства у нас... В смысле, у нас новый лидер? А, нет лидеров у нас сейчас. Надо будет выбрать. Так. Тут вот есть еще чувак, который плачется. Сейчас я на паузу все поставлю. Чё ты у нас ноешь? Рассказывай, что стряслось. Дорогой творец, очищение озера. Моя мама сказала мне держаться подальше от озера. Это было мое любимое место для купания. Моя мама сказала, что вода очищает все, поэтому ты, возможно, смог бы очистить воду в озере с помощью большого объема воды. Очистите ядовитое озеро с помощью способности творца «Ручейковый эффект». Ага. И если я это сделаю, я получу плюс 10 газа еще, плюс химикаты, плюс нефть. Давай попробуем. Конечно, попробуем.
Так, где эта способность у нас? Вот она. Ну, попробуем. И сюда вот тоже. А только это озеро у нас? Да, только это озеро. А нет, вот еще соседнее. О, да тут дофига на самом-то деле. Нифига себе. Так, вроде бы больше нету. Ну слушай, вроде бы работает. Сверху кажется, что оно менее зеленым стало. А вот тут, смотри, облако какое токсичное. А ну проще отсюда. Все, это озеро очистилось. Теперь мы знаем, как это делать. Тут у нас тоже очистилось. Ну и зашибись. Поскольку у нас теперь имеется газ, наш завод должен работать, правильно же? Да, он работает, отлично. Стекло делается. Ой-ой-ой-ой-ой, ты смотри, что происходит. Это зеленая тучка. Ах ты негодница, как же тебя отсюда прогнать-то? Она прямо на ферму мою поливает. А-а-а, очень плохо, очень плохо. Наконец-то эта туча перестала лить, но территория до сих пор радиационная. Загрязненная. Каретный дом, исследование завершено. О, у нас теперь появились гаражи. Шикарно. Производит автомобили из ресурсов. Так, а где нам этот гараж разместить? Вот так-то. Приехала новая доставка на черный рынок. И тут, короче, 21 цемент они хотят выторговать на 25 наггетов. В этот раз уже чисто наггеты. Смотрим, у меня 158 наггетов. Торгуем. Ну, видимо, сейчас прилетят тарелки и будут забирать наггетов. Одомашнивание исследовано. Теперь мы можем делать фермы с животными. Но прежде нам нужно назначить министра архитектуры. Я про него совсем забыл. Камботи, ты будешь министром архитектуры. Теперь давай строить ферму. Она, в принципе, довольно большая. Я бы ее построил где-нибудь тут. Вот так-то. У нас начались новые выборы. Давай посмотрим, какие претенденты у нас есть. Право на оружие, запрет на контрацептивы, защита окружающей среды. Наггеты стараются выдыхать реже, чтобы экономить кислород. Плюс 10% к запасам кислорода. Давай, наверное, запрет контрацептивов. Мне нужно больше наггетов. Ох, блин, у нас лагерь лесорубов все того. Надо восстановить бы. Восстанавливаем, ребята. Ух ты, у нас казармы достроились. Вот это тут замчище. Огромный замок просто. Надо сюда срочно назначить. Что? Ух ты, нифига себе. Смотри, как классно обозначается. Обучить солдат. Конечно, хочу. О, еще. Это что, дополнительную казарму я могу построить? Запрет концентриптивов. Поздравляю вас, товарищи. Можете не предохраняться и плодиться. Значит, это еще одну казарму я могу построить, но нет, пока я не хочу. Обучаем всех, кого только можем. И всего трех только солдат я нанял. Да уж. Ну пусть будет так. А вот и нефтевышка качает нефть. Здорово. Теперь ее добывают и везут через этот мост. И, кстати, этим мостом пользуются. Вы хотя бы установите строгий контроль за оружием, хорошо? В смысле, зачем? А, потому что порох открылся. И пестициды. Ок. Мы это сделаем. Теперь, поскольку пестициды у нас прокачались, мы можем улучшить нашу столовую. Вай, гляди, в казармах-то у меня вояки с мушкетами стоят. Может, я побольше сюда вояк? Вот, 7. Нормально. На границе с нашими вражинами. Кстати, вот наш завод по производству газа. Он работает, все тут хорошо. Тут у нас строится гараж. Вы знали, что снег на самом деле не белый, это лишь иллюзия? Простой трюк. Вот присмотритесь. Я присматриваюсь, вроде бы белый. О чем это ты? Так, гараж сейчас у нас будет достроен. Великолепно. Очень все хорошо. Да, вот это городище я отстроил. А вспомни, с чего все начиналось? Вот ты только глянь. Это же капец. И реабилитационный центр мы построили. Да ты ж чудо какое, а. Великолепно. Можно подсматривать вон сверху, через окна, что тут происходит вообще.
А это что за колесо, пыточное какая-то? Интересно будет понаблюдать, когда сюда кого-нибудь приведут. Что с ними будут делать? Ага, смотри, короче, тут все комнаты, они как тюремные решетки нарисованы. И называются они комнатами отдыха. Вот так-то. А главный врач, вот он у нас, идет сейчас на работу. Шатохи Вимдзьки, психолог. Ах, да, поскольку мы еще открыли пестициды, мы же можем улучшить и фермы. Надо заняться этим. Пришло время прокачать что-нибудь еще. Пенициллин! Кто бы мог подумать, что заплесневелый хлеб может привести к одному из величайших медицинских открытий в истории. Сохраните здоровье наггетов и укрепите его. Плюс 10 лет к продолжительности жизни наггетов. Конечно, хочу. Развлечение. Открывает кинотеатр. По-любому надо. Министерство развлечений нам нужно. Индустриализация. Изобретение стали, железобетона и стекла поможет наггетам строить улучшенные здания. Мы уже это производим. Открывает современные жилые кварталы. Открывает современные... Надо, короче, прокачать. Кладбище надо прокачать. А, пока что нет места. Ладно, потом прокачаем. Вот, кстати, наш гараж. Ничего себе, тут табло сверху. Специально для меня сделали, что... Тачки! Тачки, ты посмотри, вон тачки стоят! Круто! И можно тут что-то покупать, да? Ноль наггетов обзаведутся автомобилями, чтобы быстрее перемещаться по городу. Всего гаражей один. Скорость транспортного средства, непонятно, сотка или 1,4, фиг поймешь. Короче, надо сюда побольше нефти, и тогда наггеты смогут купить себе в средневековье, на минуточку, автомобиль! И Кубовича тут не хватает. Вау, вот это у меня тут армия, вот это я понимаю. Давай еще солдат нам сюда. Короче, я решил построить мост. Вот тут вот еще. Вот так вот хочу его сделать. И вот сюда. Вот такой вот мост мне надо. Хотя, конечно, тут вот так вот проще обходить, но... Медицинское просвещение исследовано. Пенициллин открылся. Теперь мы можем в связи с этим улучшить и больницы. Воу-воу-воу, смотри! Ты видел это? Она на тачке только что ехала. На прокат, что ли, взяла? На чуть-чуть. На полденька. А, это мамохи. Она, короче, этим магазином, гаражом, короче, управляет. Почему-то написано, что она пьет. А, вот теперь идет в гараж. Вон, смотри, снова на тачке доехал. Крутая, да, когда заправляешь магазином автомобилей. Вон, он, смотри, что творит. Катается она тут. Тестирует тачки. Весна гонит холод прочь, если только мы могли бы еще избавиться от этого запаха от вашей цивилизации. Исследование развлечений открыто. Это значит, что у нас открылись кинотеатры. У-у-у, ребята! Скоро будете смотреть кинчики. Круто. Поставлю кинотеатр здесь, пожалуй. Напротив фермы. Так, у нас еще одного преступника поймали. Я думаю, что нам побольше полицейских участков нужно, так как наши уже не справляются. Сколько в этом полицейском участке? А, ну пока никого. Здесь пусто, никого не сидит. Тут у нас еще показывает преступность третьего уровня. Это очень низко, поэтому ладно. Пока полицейских участков я строить больше не буду. А может быть он, слушай, в реабилитацию его ведет? Кстати, где реабилитационный центр? Дай-ка сюда. Свет тут горит. Точно, тут в реабилитационном центре у меня чуваки сидят. Есть кто? Пока я не вижу. Чтобы тут кто-то был. Ну и напоследок, сегодня, я бы хотел атаковать вот эту деревню. Вот, мы можем ее атаковать, торговать, отправить все юниты. Но, поскольку за сегодня вот этот чувачок никого не направлял ко мне, то есть никаких зомбарей и прочего-прочего, то и нападать я на него пока что не вижу смысла. Может, он одумался после того метеоритного дождя, когда я на него наслал. И стал более дружелюбным. Но если вдруг он снова направит на меня какую-нибудь фигню, я введу на территорию его деревни войска. А у нас тем временем достроилась ферма. Хочу посмотреть, как она... Вау! Она апгрейдилась. Мадам, вот это у тебя шапка на башке.
Группа экспедиции вернулась и притащила кучу всего интересного. Забираем. Лидер матушки планеты у нас сменился. Через 21 минуту придется выбрать нового лидера. Нифига себе, смотри, вон тачка, вот тачка. На тачках тут гоняют они. Вон едет. И там гоняют. Ничего себе, что, с нефтью нормально все стало? Ну, в принципе, так вроде более-менее, да. 12 наггетов у меня гоняет на тачках уже. А, нет, 100! 100 наггетов! Ты представляешь? Это почти весь город на тачках. Кроме 50. Гляди, ничего себе! Вот это да! По-моему, это отличное окончание этой серии. Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Кстати, через 4 минуты у нас заморозки наступят. Снежная буря на нас нападет. О, пожарные тачки, смотри, гоняют. Нифига себе. В общем, на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Ставь лайк под видео, если хочешь продолжение. И подписывайся, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой увидимся. Так что до встречи!